значит, смотровая площадка. Не холодно, нормально? Не, нормально. Вот, не зря же нащадились. Да. Я думаю. Это трюки. Ага. Те, кто любит трюки, трюки надо. Подальше делать, да, чтобы людей не зацепить. Ну. Да, ну тут зависит уже от того, у кого какой опыт. Угу. Он, в принципе, для себя тренируется больше. Угу. Но с пассажиром я бы вместе этого не делал, может. А он с пассажиром? Ну да. Нет, так лучше не делать. Они приземляются уже. Ну, если... Сейчас остановят. Как высоко, да? А так мы были на 2200. Да. А сейчас получается, наверное, где-то... Максимально мы поднялись почти 3, а потом сейчас спустились где-то 2600. Ага. Ну, около там, плюс-минус там 50 метров. А вот на какой высоте начинается горная болезнь или там, как это называется? Ну, когда это, уже... это зависит от у кого какое самочувствие. Ага. Кому-то раньше, кому-то позже. Ага. Есть люди, у которых но на 3 уже что... чувствуются, да. Не очень. Но вообще 4-4,5 до 5 вот так вот. Угу. Чаще всего так. Угу. На нем поднимались 5 с лишним, 5200, 5. Точно не мог сказать, потому что поднимался относительно горы без прибора. Да. Страшненько. Самочувствие нормально? Нормально, да. Просто этого еще не видел. Остальных тоже видел, почти все. Идем по вашу. Которые вот паникуют, начинают, да? Я кажусь прямо здесь. Ага.
бывает. Люди разные. Как же они тогда идут на такое, да? Как же они тогда рискуют, так вот идут на такое? Ну, если они немножечко паникуют. Ну, в основном у меня было два случая всего таких. Ага. В основном это связано с тем, что у них есть их родственники, которые говорят, ну-ка, бегом, полетели, ты что, секу, и тому подобное. А, заставляют, да? Да, да. Но это нельзя делать, потому что это же безопасность. Ну, в любом случае, мы стараемся этого избежать, то есть сажаем сразу, в ближайшем доступном месте садимся. Нормально стартанули, да? Или нет? Ты говоришь? Нормально вроде стартанули. Да, нормально все хорошо. Ну, я вообще говорю, что на посадке чаще бывает, что там человек сел и сидит там, боится, я не знаю, такое. А уже после старта, возвращаемся. Да, потихонечку. Ага. Это девушка. Единственная.